Здравствуйте, подписчики, гости нашего канала. Сегодня 2 апреля 2024 года, и мы в Каратаево, не одни мы, как вы видите, машин очень-очень много, на рыбалке. Будут ли время по Москве 7 часов сейчас? Что? А тут еще и закрыли этот шлагбаум почему-то. Поэтому оставайтесь с нами. Сейчас будем выяснять, как проехать, как пройти, что случилось в последнее время, почему рыбаки здесь оставляют место и почему нас не стали впускать. Так, друзья, ну, мы на месте. Потеряли 2 часа времени. На месте, это получается, вот здесь мы вот этот пень начинали. Первый день наш был в Каратаево, потом 25 и 26 числа марта мы рыбалили на этих местах. 27-го вот там получилось за камышами, туда вот правее ушли. Вот, по воде, ну получается как бы средний уровень воды. Видим по грязи, то есть бывает ее и больше, бережок такой, не айс. Вот, ну и когда ветер выдувал воду, то она даже туда-то за этот вот пенек поваленный такой этот. А время потеряли, потому что, я же говорю, подъехали, шлагбаум он закрыт. Вот, Васильевич сразу почему-то не принял решение, что можно вещи погрузить на себя, на плечи и прийти к этим местам, да. Вот, мы поехали через мост, сначала на... право. Мест очень мало, там все занято, и как бы все заросшее камышом. Вот к воде-то есть подход, но оно заросшее камышом, и по понятным причинам, что рыбу вывести там нельзя. Там есть еще небольшой канальчик, но у нас, по-моему, поплавочки нет, и как-то особо Васильевич не любит это дело. С поплавком с этим возиться, не знаю, не то, что не доверяем, наверное, нет такого должного умения у нас, желания. Поездили по этому берегу, вот напротив проехались, там тоже из-за этого камыша, вот людей видим как бы не так много, но камыш и к воде подхода практически нет, поэтому вернулись опять к шлагбауму, вот... Не знаю, как этот вопрос так задать. Как вы считаете, вот это вот сельское поселение, оно даже, ну, поселение тут даже, не знаю, дачный какой городок этот, Каратаево, это что? Девушка открывала шлагбаум этот и проезжала. Мы попросили, чтобы она и нас запустила. Сказала, наши мужики порешили никого не пускать. То есть ни даже сельсовет, ни какое-то там администрация этого селения. Просто мужики так порешили. Вот. Но замок там висит такой. Слово подобрать. Лишь бы, да? То есть можно было взять, открыть его и заехать. Ну, Васильевич у меня не из таких бойких ребят. Говорит, ой, сейчас мы заедем, а потом как они замкнут и как мы будем отсюда выезжать. Да, говорю, поверь мне, что никто нас здесь не оставит. Будет постоим, кто-то же будет из ихних въезжать или выезжать и точно так же нас выпустят. Ну, не стали так называемо наглеть. Погрузили сумки на плечи и пришли со своими стульчиками, пожитками. Все вот побросали. Забыл он там шапочку. Пошел опять в машину, чтобы закрыть ее там, проверить все. И начинаем рыбалить. Ни хвоста, ни чешуек, кто сейчас на водоеме. Оставайтесь с нами. Все буду показывать и рассказывать. Обратила внимание, на берегу рыба, и она здесь не одна. Какая причина, непонятно, большая вот лежит. И если по берегу идти, то это здесь повсеместно, так скажу. Что за причина, непонятно.
деревья. Вот, вот. Ну и туда дальше это все вот как бы это даже выбросил или кто-то вытянул. Уже совсем на берегу вот валяется. У соседей колокольчик позвякивает. У нас пока тишина. Не, поддюбывание было такое незначительное, но на поклевку на большую не похоже. Сосед сказал, чуть больше ладошки карасики у него идут. У нас пока ждем. Вот прямо хорошо бьется там. Карасик хороший, видно. За камышом не видно самого карася, но так он пытается. Ну, наверное, вытащил. Все-таки вот сквозь камыш сложно вывести рыбу. Ждем. Погода, кстати говоря, в Ростове сегодня до 26 градусов тепла обещают. 2 апреля. Правильно, 2 апреля, а уже вот такая жарища. Даже слышала в отчетах, уже и комары кое-где начинают жухать нас, рыбаков. Вот, ну, все равно наслаждаемся воздухом, природой, солнечные лучи, ванны принимаем и ждем рыбку. Неужели хорошего дождались? Уже потеряли всю надежду на рыбалку. Благо, хоть солнышко светит, и мы отдыхаем. Покажи нам. Покажи его нам. Есть. Карасевич. Так, перепутались. Хотела подснять вам поклевочка. Вытаскивать тоже клюет или что? Да, а будь готов. Хорошо. Опять не поспела, но карасик очередной. Мы уже больше закидываться не будем. Будем потихоньку собираться. Да. Ну все, тогда будем потихонечку сматывать удочки. Так, напоследок сегодня. Будет что-то еще, что-то идет. О, дуплет. Мы его ждали с утра, а он только что пришел. Александр Васильевич, вы своим, как этим самым, закрываете весь тыл у нас. Два сразу. К вечеру рыбка пошла. Но нам уже надо собираться домой. Ну что, друзья, как говорится, не густо, но и не пусто. От нуля ушли. Были в Каратаево. 2 апреля сегодня у нас. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, жми на колокольчик. Пишите в комментариях. Может быть, что-то подскажете нам, как, чего и где нам лучше порыбалить. И мы попробуем испытать, проверить ваши рекомендованные места. А пока всем пока-пока. До скорой встречи на кухне и на рыбалке.